самый комфортный и быстрый путь добираться из аэропорта Домодедово. Короче, прошел контроль на Таджикском вокзале. Теперь надо понять, где находится Сосарисан. Серега! Привет! Привет! Всем привет! Привет, господа! Ну что-то сейчас будет удивительно. Так. Знаешь что, Серега? Смотри, так. Вот этот АКС плюшевый. Так. А это АКС? Да, из Доты. А, из Доты? Замечательная игрушка, замечательная игрушка. Он... Этот Рома Попов будет очень рад. Вот. Увидеть его, но этот АКС, он из Москвы переезжает так. В Новосибирск. Сереге Трипов. Ой, спасибо огромное. И будет у него жить там до конца, до конца. И смотрите, кто у нас сегодня. Я не знаю, куда смотреть. Смотри сюда. Ребят, если кто-то не узнал и не в курсе, это гейткипер нашего чата, точнее про чата, но... Вот это, пожалуйста, почетче. Это, конечно, не первый раз в Москве. У нас совсем не первый 20 плюс какой-то. Ну, допустим. Ну, так как здесь я тебя вижу в первый раз, то от меня обязательно должен быть еще один презент. Но он должен быть хороший. Опа! Цена он тоже немножко примитивный. Здесь написано «Сосарисан». Это тебе, Серега. Ой, спасибо огромное. Я даже... С женой это обязательно. Мы наконец оторвались до аркадного автомата. Вот так он выглядит, вот так выглядит Дамир. Да. Аркадный автомат настолько хорош, что максимум, что можно с ним делать, смотрите, это не играть, а фоткать его. 120 FPS, смотрите. Ой. Как это работает, смотрите внимательно. Мало того, что чтобы его запустить, нужно нажать старт, а потом вниз. С предыдущей игры он перескачет в нее. Второе, здесь нет звука. Третье, кадров, ну сколько здесь, от силы 15. Давайте посмотрим, как это выглядит. Можно успеть нажать, я на рандоме, потому что хардкор. Я плевать на тебя хотел. Иди сюда. Ну давай, ну телепортнись ты уже. Стой, сначала подсечка. Нет! Вот, почти фаталити. Ну что, Москва, день второй. Сейчас едем в центр на Красную площадь. Садимся вперед. Это запах новой машины или... Или смешанный. Здесь бухали? Да? Смешанная, да, смешанная новая машина и алкоголь, да? Конечно, бухла и новая машина. Вот, да. Если три человека одинаково считают, значит, это и так и есть. Это улица Никольская, и здесь очень атмосферненько, на самом деле. Смотрите, уличный музыкант с очень интересным инструментом. Теперь мы смотрим ГУМ. ГУМ. Are you recording right now? Are you sure? There are a lot of like attractions here. Where you can ride the horse or something different between your legs. В смысле, она бесплатная? 300 рубль. 300 рубль. Free было. It was sponsored by Putin. Now it not sponsored. When you say Putin, some agency can see you and kill you. It was first shoot, предупредительный. Такая музыка прям. Можешь присядочку, Сань? Let's dance with матрешка, балалайка, водка. Всем привет. Чё, начинаем движение на концерт в Олимпийске. Тут бро Павел, сестра Лена. Систер, вот она. Роллин. Вот так выглядит мегаспорт. Действительно мега, действительно спорт. И сейчас мы будем заходить. Мегаспорт изнутри. Everybody knows it's all right. Moscow knows it's all good.
друзья, я дошел до офлайна. Это Geek Time кафе. Кое-как нашел вход, оказывается, со двора. Давайте посмотрим, что там внутри. И мы сейчас будем дожидаться людей, которые, собственно говоря, организовывали данное мероприятие. Я помогу сейчас прекрасной девушке Тори, потому что вот он тубус уже заходит. Да, уже снимает. Привет. Вы первый раз, ребят? Привет. Сергей, очень приятно. Вернись обратно, мой друг. Иди обратно, иди. И сейчас ты слева увидишь такую железную неприметную дверь. Нет, налево поворачивай голову. Иди прямо, иди. Вот как ты шел, иди. Как ты шел, иди. Да, вот иди. Теперь повернись направо. Направо повернись и гик. Да, давай. Та-дам! Заходите, заходите. Здравствуйте. Привет. Дима, Дмитрий. Дима, очень приятно. Приветствую. Руслан. Руслан, да. Отлично. Так, Трампа-пам. 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 Ну, отлично. Вот мы все и познакомились. О, привет. Дмитрий. Да, мы же типа... Да. Это, между прочим, та футболка, которая была у меня на стримах, это делал вот этот человек. Это я сделал, да. Такие футболки только две у меня и... И у Майкла Джексона. И у Майкла Джексона, да. Привет. Как ты доехал, ты долетел? Да все вообще отлично. Нормально? Смотрите, друзья. Туса не могла не состояться без этого человека. Здравствуйте. Теперь вы знаете, как выглядит Евгений. Здравствуйте. Добрый вечер. Путинку взял? Все в себе там. Иди сюда, сына. Выходи. Вот одну группу. Так. Каждый с каждым играет, а потом все выходят в плей-офф, но в зависимости от того, кто какое место занял. Типа каждого свои сетки. Типа первый с седьмым, второй с шестым, третий с четвертым. Давайте, мне нравится предложение. Начинай. Я Сасури, сам. Здесь мой шедевр, мой ноутбук. Кнопка Y немножечко залипает. Так, нифига не работает. Нумпад залип, нифига не работает. Если ты его еще раз хлопнешь, он ничего с этого не изменится. На восьмерочку читерский я стоит на кабале. А вот так вот. На девяточку просто прожилка. Это вот. Ты бинты что ли? Я уже Юджину сказал это так. Вчера один раз было. Вот. Да, я же сказал, что все так говорят. Так, друзья, у нас в эфире Дмитрий, он же Трампампам. Дмитрий, ваше слово. Ребята, что вы скажете по поводу сегодняшнего ивента? Блин, это просто прекрасно, классно, что мы собрались вместе. Конечно, неожиданно это все вышло. Вот. Я как самый аутсайдер, поэтому буду... Ой, да ладно ты! Скромного самого. Сейчас уделать всех такую, я не знаю, что в меня вселилось, да? Бесовщина. Это человек с ником Ice, вы тоже его знаете. Всем привет. Ну-ка, давайте, расскажите, как вот вы забились. Мне точно, вот СССР не должен касать, это 100%. За что? За что? Да. За то, что он не попадет в топ-4. Он не попадет в топ-4. По окончанию лиги. Лиги. Так, ну что ж, данная ситуация уже запечатлена на видео, поэтому никто из этих двух джентльменов не откосит от этого забила. Все забились, у нас все документально. Мы продолжаем, и у нас здесь организатор данного ивента. Нет, вот я и говорю, да, все верно. Так, ну что, Тим, ну скажи нам, как вообще такой молодец, что сумел все это организовать? Да, это все спонтанно, главное, что ты приехал, и все собрались. Знаете, мне настолько приятно, безумно, просто я так счастлив, что все так получилось. Спасибо большое этому человеку, дай пожму твою руку. Дамир, здравствуйте, да. Да, он очень безответственно косит от всех наших последних мероприятий, но в то же время он огромный молодец. Первого сезона. Да. Ну, сегодня мы посмотрим, как он покажет себя. Вот. Расскажи, чем ты вдохновляешься, когда рисуешь такие неебические дипломы для участников нашей лиги? Чем я вдохновляюсь? Слушай, ну чтобы тебя не грузить, просто скажи пару слов, окей. Короче, да, все, классно, мы собрались. По поводу вдохновения, я не знаю, чем я вдохновляюсь, просто так получается. Есть картинка в голове, вот она, потом на выходе получается такое получается. Если нравится, это очень классно, я рад, что вам нравится. Че по турниру сегодня? Я думаю, будет весело в любом случае. Самое главное — фан. Лига Форева, да. Да. Фан — это самое главное. А здесь у нас располагается человек, который уже начал помогать в организации. Это Женя Юджин. Смотрите внимательно, друзья, уже все красиво, гениально уже расписано. Здесь будет очень весело. Короче, у нас есть вот игрок Трампампам, у него ник. Я его сокращаю до Трамп. Трамп. Кстати, это интересная идея. Черт возьми, я знаю, откуда я знаю Юджина. Так. Короче, я видел ролик такой на ютубе. Подключаем USB-клавиатуру к Sega Mega Drive. Я смотрел этот ролик, и он заходит и такой: откуда я его знаю? Мы же никогда в жизни не виделись. Смотри, вот он.
Здесь есть еще одна легендарная вещь, друзья мои, вы должны это увидеть. Это хитбокс товарища Юджина. Смотрите, друзья, какой же он классный. Вот у вас нет возможности понажимать на эти кнопочки, а я могу. Вот, завидуйте мне. Это просто офигенно. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So let me end. In my heart you fall. Let me end. Oh, your love explodes. Our hearts implode. Your love explodes. Our hearts explode. Блин.